Доброго времени суток, дамы и господа. Компания Blizzard в Dragonflight решила многое поменять. Изменили профессии, окно профессий. Изменили таланты. Теперь у нас два древа талантов. Классовая и по нашей специализации. Изменили интерфейс. Кому-то он нравится, кому-то не очень, но нужно привыкать постепенно. И они решили изменить такую интересную вещь. Даже не знаю, как вам ее преподнести, как вам сказать о ней. Руки трясутся, ноги трясутся. Реально не знаю, как сказать. Думаю, вы к этому готовы. Компания Blizzard собралась изменить время еженедельных ресетов. Теперь еженедельный ресет будет на 3 часа раньше. Это изменит ваш таймлайн. Кому-то захочется просыпаться чуточку пораньше, чтобы открывать викли сундук. Но в целом это изменение неплохое. Для кого-то оно сыграет в минус, для кого-то оно сыграет в плюс. Собственно, начиная с 16 ноября, то есть с того момента, как стартанет вторая фаза припатча, посвященного дополнению Dragonflight, еженедельный ресет будет уже не в 10 часов по московскому времени, а он будет в 7 утра по московскому времени. То есть на 3 часа происходит просто-напросто сдвиг. Плюс это для вас или минус? Я жду ваши комментарии, подискутируем на эту тему. Касательно себя могу сказать то, что, ну да, в первую неделю это будет прикольно, проснуться пораньше, ощутить весь этот weekly reset пораньше, события при патче можно, да, например, почекать пораньше, а потом, ну, просыпаться в такую рань, даже при учете того, что у меня плюс 4 от Москвы, ну, не особо-то хочется. Я ночью сижу долго, а просыпаться слишком рано утром для меня все-таки проблемка. Так что как-то так. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!